Совсем еще не старый человек возвращается с работы в восьмиклинке, в сапогах, солидол под ногтями. Такой работяга настоящий. Заходит в дом. Дом без окон, без дверей. Вернее, окна есть и двери есть, но нету перегородок. То есть а-ля кухня, а-ля спальня, а-ля туалет такой, а-ля все. Только перегородочки маленькие, там шторки и так далее. Он заходит в дом. Трое деток сидят кушать. Папа, здравствуй. Здравствуйте, дети. Садится, помыл руки. Кушать хочу. Жена ему. Сейчас, Афанасий. И так стреляет глазками, тазобедренными суставами крутит, перед ним там милуется. Он, возникло желание у него, естественно, понимают все, какое. Он ей показывает. Она ему. Зашли в спальню, там одна шторка в спальне, естественно, отделяет от детей. И разогнались они до такой степени, такая любовь пошла, такая яровая, кирпич вылетел, стекло лопнуло. Обои отклеились. И в самый кульминационный момент, самый маленький, заглядывает за шторку. Папа, мама, я извиняюсь, но вы пока одно сделаете, троих поубиваете. Двое встречаются. Иннокентий. Привет, хорошо выглядишь. Мне сказали, ты свистки продаешь на пляже. Придумал же. Но у меня к тебе более серьезное коммерческое предложение. Я видел, у тебя кабан бегает по двору, но шо ты? Это не кабан, это чемпион мира, олимпиец. Мне очень понравился твой кабан, очень. У меня есть свинья на выданье, Жозефина. Телесного цвета, вот такая девка. Быстро идет на контакт, очень общительная. Если мы познакомим ее с твоим кабаном, ты понимаешь, к чему я клоню, появятся поросята, еще поросята, еще поросята. Мы вырастаем мясной концерн. Мы можем всю Европу кормить мясом, нам по барабану санкции. Ты представляешь, что-то говорит, гениально. Пришел домой, смотрит у кабана хвост с крючком. Значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску. Надел ему каску на голову. Приехали знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда. Бойни сыграл Мендельсона, Фата, понятые, все как положено. Весь процесс прошел, как они и мечтали. На следующий день опять усадил кабана в коляску, опять надел каску, приехали. Опять все получилось. И вот на третий день нужно ехать, он не может, потому что жуткого похмелья. Жене говорит, Тамара, посмотри, у кабана хвост с крючком. Жена смотрит в окно, говорит, я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляску. Грабитель забегает в банк. Лежать не смотреть. Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя. Самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. И тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит, моя теща, но она сейчас дома. В квартиру номер 18 стучится. Бригада милиционеров пришли отреагировать на сигнал. Открывает старый еврей. Слушаю вас. К нам пришла информация, что вы продаете наркотики. Дорогой мой, последнее, что я продал в своей жизни, это подержанную жвачку в 82-м году. Больше я ничего никому не продавал. Мы должны отреагировать на сигнал. Кто-то отошел, они облазили все, обыскали всю квартиру, ничего нет. Остался только ковер. Что под ковром? Откуда я могу знать? Сами разбирайтесь. Поднимают ковер, там гайка вот такая огромная. Что это такое? Гайка. Сейчас тебе будет гайка. Открутить гайку. Гайку откручивает, грохот внизу. Что это такое? Я не знаю, там внизу кинотеатр. Я думаю, люстра отвалилась. Спасибо.